Будем говорить о том, чего нет. Точнее, то, что было, и как будто и не было. Было прекрасное путешествие в Сванетию, два их было. И начнем мы с летнего, счастливого. Мы с моими друзьями, Мишей Чевчевадзе, художником Гоги Харабадзе, актером, поехали в Сванетию, в деревню Кала, где должен был проходить праздник Кверикоба, праздник святого Кверики. Это очень интересно, потому что праздник православный, но с языческими элементами. А сваны очень далеко живут, хотя географически недалеко, а так они далеко живут от цивилизации и очень таким старым укладом. Там серебряные иконы 10-11 века в церквях просто, часто даже не закрытых, потому что мало кто решится украсть из сванской церкви икону. Один раз украли. И приехала милиция, а жители села Ужгули сказали: не надо, мы сами найдем. Через некоторое время действительно икону нашли, а тех, кто украл, не нашли. И вот мы отправляемся на Кверикобу. Церковь, огромное количество людей, барана привели, сейчас будут его резать, хоругви, знамена, люди сидят, выпивают водку, по-моему, она называется жепетаури, а в народе ее называют учебной, потому что она где-то 18-20 градусов, вот такая вот водка учебная. И мы прекрасно проводим время и отправляемся дальше в Верхние Ужгули. Я с фотоаппаратами, ребята, и я фотографирую, потому что там остановиться нельзя. И в том числе фотографирую некоторое количество жителей, которые сидят на бревнах или ходят. Ну, в общем, фотографирую. И вспоминали мы эту поездку, и вспоминали мы эту невероятной красоты Ужгули со сванскими башнями каменными, с горами и высокогорьем, потому что, кажется, Ужгули – это одна из самых, если не самая высокая, высокогорная деревня в Европе. Там 2300 или 2500 метров. И спустя некоторое время, может быть, год или два, звонит мне мой друг Гоги Харабадзе, которого вы знаете, и говорит, что там в Сванете 3 недели идет снег. И сошла лавина. И погибли люди. И давай приезжай. Я приезжаю в Тбилиси, потом прилетаю в Зугдите. Там огромное количество уже собралось летчиков всяких и вертолеты. И они не могут никто вылететь, потому что снег идет. И неизвестно, что там произошло. Известно, что люди погибли, провода оборвались, связи нет. И в какой-то момент окно, и пилот по фамилии, по-моему, Пруидзе, Юза его звали. Он берет меня и моего друга, замечательного грузинского кинооператора Колю Дроздова, грузина, который полетел со мной в качестве переводчика, потому что там в горах не все знали русский язык тогда. Ну и теперь. И мы летим. Страшнее полета на вертолете у меня не было, потому что вы можете себе представить, ущелье, по этим ущельям летит этот вертолет, ну, 10 метров, наверное, от скалы крутятся эти лопасти. И мы летим, и прилетаем, снег, сплошной снег, и прилетаем в этот самый Ужгули, который узнать зимой невозможно совершенно, потому что все завалено снегом. Вытоптана какая-то крохотная площадка, и на этой крохотной площадке
стоит человек, показывает, что, дескать, вот садись сюда. И мы присаживаемся, вертолет присаживается. И летчики мне говорят: давайте прыгайте, ребята. Мы за вами через час. Сейчас вам хватит? Хватит. Мы через час за вами прилетим. И он мне говорит: ты посмотри, там высотомер от земли. И он показывает, что мы стоим в 7 метрах над землей. То есть снега 7 метров. Можете себе представить? 7 метров. Это две комнаты, высоты комнаты. Они улетают и не прилетают 10 дней, потому что погоды нет. Мы с Колей идем по этой деревне и приходим к человеку, которого зовут Валерий Челидзе, у которого погибли трое сыновей и дочь, жена, своячница. Их завалило снегом. Такая странная ситуация. В общем, мы входим в дом, где накрыт стол, развешаны все вещи детей, жены, застелены кровати. И Валерий мне говорит, нам говорит, что вы будете жить здесь. Дом не отапливается, как все сванские дома. Там одна теплая комната, холодно. Там 7 месяцев может быть снег в году. Мы остаемся в этой комнате. И начинаем вместе с Колей жить жизнью этих людей. Эта жизнь вся состоит из того, что они готовятся идти на кладбище, или возвращаются с кладбища, или готовятся к поминкам. Женщины все в черном, в трауре, делают сулгуни. А мужики бродят по деревне, откапывают дома, скот. Какая-то собака вылезла из-под снега на 7-й день, отощавшая. Там она бегала. Познакомились с ребятами, там, да, у меня было два друга, которых замечательно звали. Одного звали Кларенс, а другого Гулливер. Два таких бойца. И мы стали на второй или на третий день, мы уже стали совершенно своими. Мы ходили на все эти ритуальные посещения кладбища, которое представляло собой откопанный до земли откопанный участок. На этой красной земле стояло 7 таких дощечек, огороженных уже. Сама картина была невероятной и страшной, если знаешь красоты, потому что в одном месте я увидел стоящую кровать, видимо, вынесли ее из разрушенного дома. И Грешин, конечно, со мной была женщина, которая вела меня в этот дом. Я попросил ее сесть на эту кровать, как некий символ разрушения. Если вы посмотрите на эту фотографию, то вы увидите столб. Это телеграфный столб, который справа от кровати. А другой кадр, который кажется мне чрезвычайной такой фотографической удачи, это непридуманное. Это люди идут вот на кладбище с этими дарами. Мы попали в тот момент, когда Челидзе и вся деревня готовилась к фантастическому, с моей точки зрения, ритуалу приведения душ домой. Там есть такая традиция, где бы сван не погиб, его должны найти и душу эту погибшую привезти домой. То есть идти рядом, разговаривать с ней и привезти, чтобы она была дома, чтобы она не бродила по горам бесхозная и брошенная. Значит, подготовка была серьезная. Всем собакам замотали морды, коровам замотали морды. Тем, которые остались из-под снега, которые подоставали, чтобы они не мычали. Женщины готовили целый день. Все эти столы, которые
о которых я вам рассказывал, они были накрыты свежей едой, потому что каждый день, несмотря на то, что, естественно, никто не ел из этих людей, которых нет, каждый день они меняли пищу. И вот наступил этот день приведения душ. Это был вечер. Там рано темнеет. Низкое небо. Снег перестал идти. Большая комната. В комнату вошли женщины. Все в черных платках, в черных платьях. И когда они сели, им почему-то колени накрыли белыми простынями. Получилось так, как кукольный театр, как бы они только половина людей. Мужики стояли вокруг. Валерий Челидзе, собственно, вот главный страдалец, он сидел за столом, и все были чрезвычайно печальны. То есть было такое тягостное молчание. И в этот момент, ну, собственно, в один из этих моментов тягостного молчания, в комнату вошли два мужчины, один с мотком веревки, один с петухом, живым. И две женщины, одна с кувшином вина и одна с подносом с едой. И Челидзе сказал мне: «Хочешь пойти?» Я говорю: «Да, конечно». Мы с Колей встали и вышли вслед за ними. Мы шли по абсолютно молчащей деревне. Не было ни звука, даже снег не скрипел. Один из этих ребят, у которого был моток суровой такой нитки, он привязал эту нитку к столу, к ножке стола и тянул ее на всем нашем пути. Вот вы себе представьте, значит, нету верха, нету низа, потому что все серое такое. Ты представляешь, что это все белое, если бы был свет? А это такой, как бы, темный сумрак, абсолютно ровно освещенный. И в этой полной тишине мы идем и ничего не говорим. Ну, мы с Колей идем сзади, они идут впереди, и мы подходим к дому разрушенному. Лавина, которая сошла впервые за, наверное, 100 лет на Ожгуле. Там никогда не было снежных обвалов. И у них был такой дедушка, сейчас я уже забыл, как его звали, которому зоотехник Васо его звали, сказал, что дедушке было 135 лет. Ну, веселый был человек этот Васо. Я говорю: «Вот, давай поторгуемся». Он сказал: «Хорошо, 30 я сбрасываю». Значит, допустим, 105. Это было тоже слишком. Ну, в общем, самый старый этот человек никогда не помнил, чтобы в Ожгуле сходили лавины. Сама деревня построена так. Огромные каменные такие башни, которые были придуманы сванами для обороны от неприятеля. В этих башнях несколько этажей. И там мог храниться скот, еда, вода. И эти башни не пострадали. А дома, которые построили уже современные люди рядом с этими башнями, они оказались довольно ветхими. И ничего, в общем, как будто не предвещало катастрофы. Была такая жуткая тишина. И сошла одна лавина небольшая. И Челидзе порекомендовал своим родным перейти в другой дом с той стороны,
где по их расчетам никакая лавина не могла прийти. И они туда ушли. А сам он остался в другом доме, где они жили обычно. И ночью, где-то в час ночи, в полной тишине, абсолютной тишине, беззвучно, огромная масса снега свалилась на этот дом и его раздавила. Потом они стали, когда они стали выгребать оттуда людей, они все-таки спасли двух человек, которые там хранились. И это, знаете, такая страшная картина была разрухи, в которой я запомнил не сломанных же, людей там, конечно, не было, не сломанные кровати там, мебель, раздавленные окна, а приготовленные на всю зиму круги сулгуни. Там не было ни магазинов, но где-то магазин был в верхних деревнях. Но туда привозили, дай бог, если хлеб, сахар, соль и муку. И вот к этому разверстому дому мы ночью подошли. И когда мы подошли, одна женщина, которая, может быть, считалась там главной, наверное, она вдруг говорит, и Коля мне перевел, говорит, она просит, чтобы мы разговаривали с ними, звали их по имени, просили вернуться в дом. И вот в этой тишине мы начинаем разговаривать с людьми, которых нет, я знаю, которых не может уже быть. Но мы разговариваем с ними как с живыми. Зовем их по именам. И довольно долго это все длится. Она ходит с этим подносом. Вторая женщина наливает в стакан вино и тоже как бы им предлагает пустому месту. И вдруг петух, которого выпустили, он ходил по снегу, вдруг он ночью, среди этой ночи жуткой, и одновременно такой невероятной, даже отчасти, я бы сказал, в жути своей прекрасной, потому что это тишина, пустота. И вдруг он начинает кукарекать. И женщина хватает его на руки и говорит, они согласны. Разговаривайте с ними, смейтесь, веселитесь. И это уже просто было такое, ну, как театр абсурда. Потому что опять никого нет вокруг, та же самая пустота, вот эти внутренности разрушенного дома. И мы, смеясь, говорим, о, Залико, давай идем с нами, как хорошо. Вот мы сейчас придем домой, там нас ждут. И мы с этими разговорами, не прекращая ни на секунду, возвращаемся в дом. Зачем нитка? Эта нитка нужна была не нам. А в случае, если какая-нибудь душа отстанет от нашей вот этой группы, чтобы она по этой нитке могла найти дорогу домой. Мы приходим в дом. И в доме все то же самое. Но атмосфера изменилась. Все радостно общаются с этими пришедшими душами. И начинают выпивать, разговаривать, мужчины, женщины, правда, так и сидят в этом каре, я попробовал сфотографировать, там только свечи горят, электричества уже не было никакого. Разговаривают, выпустили этого петуха, этот петух ходит. Это длилось довольно долго. Потом все как бы угомонились, покинули. И в этом доме остались только мы с Колей в соседней комнате. После этого мы еще прожили несколько дней, уже совсем побратавшись. Они почувствовали какое-то облегчение. Знаете, мы потом ходили на кладбище, и это была другая немножко атмосфера. У них было ощущение, что, ну, я имею в виду у Сванов, что произошло что-то важное, ну, не думаю, что это какой-то выполненный долг или традиция. Просто, может быть,
вот эта скрытая вина за чужую смерть, она их покинула, потому что они выполнили свой долг. Они сделали то, что они могли сделать. По деревне скакали лошади, дети скакали на лошадях. Солнце вышло, петух гулял по улице. И ко мне подошел Чилидзе, мы сидели с ним, разговаривали, Валера. И говорит, ну ты тут наснимал, я наснимал действительно очень много. И саму деревню, и людей, и животных, которые там были. И все население попросило выстроиться, построиться. Они там, вот все, кто живут, они там построились для того, чтобы сделать групповой снимок. Вместе на переднем плане, конечно, был Гулливер. Потому что человека с таким именем я не мог не снять. И мы уже были совершенно своими. Когда Валера подошел ко мне и говорит, конечно, ты сделаешь фотографии. Ну, в этот раз я действительно сделал фотографии, заранее вам скажу. И мы там все будем. Но мне знаешь, что хочется? И что нужно. Вот я тебе дам. И он мне дал вырезанный из групповых фотографий изображение детей, жены. Знаете, из маленьких таких. И они уже были такие немножко замазанные. Ну, может быть, если кто из вас в деревне был и видел в углах красный угол, а рядом фотографии заретушированные до такой степени, что они уже становятся почти живописью. Ну, наверное, узнать можно, но они почти все одинаковые. И вот он из вот таких вот кадриков попросил меня напечатать большие эти фотографии. Я приезжаю домой, в Москву. Прилетел вертолет. Уже был другой пилот. Они нас забрали с Колей. Мы улетели. Было очень трогательно, когда вся деревня вышла прощаться. Накануне мы разговаривали, останутся они здесь или не останутся. Кто-то хотел покинуть, потому что боялся деревню. Кто-то понимал, что он не может уйти от могил предков. И вообще из Сванети уехать. И я их понимал, потому что даже в этой ситуации мы с Колей не хотели уезжать. Это было какое-то ощущение причастности. Пусть горю, пусть какой-то странной традиции таинственной, но причастности. И вот этот вертолет взлетает, а они все стоят, вот коровы, собаки бегают. Я улетаю сначала в Тбилиси, потом в Москву. И тут вспоминаю, прилетев в Москву, историю вот этого летнего счастливого путешествия в Сванетию, на Кверикобу. И вспоминаю, что я там фотографировал, в этой же самой деревне я фотографировал каких-то людей. И в общем, в бардаке и неорганизованности моих фотографических пленок я лезу буквально в ворох пленок и достаю оттуда пленку с изображениями, которые я сделал в Верхнем Ужгуле тогда летом. И начинаю смотреть, достаю лупу. И на этих фотографиях я вижу Валеру Чилидзе, который сидит на бревнах с этими же людьми, которых я потом узнал. И трех из пяти погибших его детей еще живыми. Вот такая история с фотографией. Никому не дано предугадать, что ты запомнил, что ты запечатлел и как это
запомненное тобой и запечатленное, потом вернется в твою жизнь. Спасибо.